Давай, стреляй. Ну, стреляй же. Может, попробуем еще раз? Давай. Ты появляешься оттуда. Ну что, готов? Да? Это месье, это Матаркала, мой адвокат. Узнаете его? Да сколько можно уже валяться? Помоги мне. С ним все в порядке. Мы просто репетировали сцену из моей новой пьесы. Это не настоящий пистолет. Посмотрите. Матильда, да придите же вы в себя. Матильда, очнитесь, Матильда. Очнись, Матильда. Матильда, помоги мне. Да, сейчас. Видишь, какая у нее реакция? Это всего лишь репетиция. Матильда. Погоди минутку. Возьми ее лучше за руку. Да, вот так. Вот так. Поехали. Держись. Матильда, придите в себя, Матильда, все уже хорошо. Что же вы меня не предупредили, что готовите розыгрыш? Да никакой это не розыгрыш, я устал повторять, мы работали. А, вы хотите сказать, что это было понарошку? Конечно. Так знаете же, что я чуть не умерла со страху. Это очень хорошо, что вы чуть не умерли. Судя по вашей реакции, эта сцена мне удалась на славу. Это же просто здорово. Я рада за вас. Я тоже очень рад. С вами все в порядке, Матильда? Я, пожалуй, мне надо вернуться на кухню. Кажется, я прихватила спину. Если вам понадобится еще один труп для вашей пьесы, не забудьте про меня в следующий раз. Конечно. Ну, что ты думаешь о моем дебюте? Ну, знаешь, старик, откровенно говоря, сказать пока нечего. Я понимаю, что тебя скорее интересует мое мнение как адвоката, но я тебе отвечу по-дружески. В комедии тебе нет равных, и твоя жена одна из лучших актрис на театральной сцене. Но вот в том, что касается разработки детективного сюжета... Да что не так в моем сюжете? В чем дело? Что не так в сюжете? Ну, во-первых, ответь мне, почему твой герой стреляет в этого типа? Потому что он подонок. Ну, знаешь, если перестрелять всех подонков... Он не просто подонок, он шантажист. А-а-а. Этому негодяю уже заплатили один раз. После чего он заставил заплатить по новой. Да? А теперь этот шантажист... Что? Говори внятно. Я не понимаю, что он требует? Двойную сумму. А-а-а. А поскольку этот бедняга не в состоянии выплатить требуемое, ему приходится распродавать собственность, все продавать, стулья, столы, предметы искусства, кровати, продавать то, продавать все, все продавать. Одна люстра осталась. Ты прав, в детективном сюжете важна каждая малейшая деталь. Так вот, а теперь мой герой вынужден притвориться, что готов заплатить. Да. Понял? И тогда... Да. Иди-ка сюда. Шантажист входит с той стороны, где только что стоял ты. Да. Он появляется там, и как только он оказывается здесь... Пиф-паф и жмурик. Что значит пиф-паф и жмурик? Пиф-паф и жмурик. Пиф-паф, ты убиваешь его, разве нет? Ну почему сразу я? Нет. Ну, подожди, может нет, но у меня такое подозрение, что у твоего героя у самого рыльца в пушку, иначе зачем его шантажируют? В том-то и дело, что он не виноват. Он позволил втравить себя в эту историю как полный болван, но на самом деле он кристально чист. Так почему бы ему не обратиться в полицию и все не объяснить? А потому что он не может. И читатель не узнает, почему он не может. Надеюсь, нет. Ясно. Надейся дальше. Короче, позвони мне, когда доведешь этот свой сюжет до ума. До встречи. Ну, бога ради, объясни, что значит довести сюжет до ума. Ты сам не знаешь, чего хочешь, а твой герой за тебя пойдет на эшафот. Но это невозможно, это сражающая тайна. Почему? Ты что, задумал идеальное преступление? В каком-то смысле, да. А ведро с водой у тебя есть? Ведро с водой? Разумеется, смыть кровь с твоего ковра. Ну вот, забыл. Так, подожди, записываю. Не оставлять крови на ковре. Вот так. И еще не забудь про крик служанки, его могут услышать. Да, служанка. Служанка? Крик служанки. Ну все, мне пора идти. Спасибо. Антуан. Да, да. Кстати, знаешь, вот еще один способ идеального преступления. Он состоит в том, чтобы никто не смог обнаружить труп, поскольку если нет трупа, то нет и убийства. Не будет доказательства преступления.
Ух ты, это верно. Спасибо. Давай. Большое спасибо. Эй, постой. Постой, погоди. Погоди минутку. Мне тут пришло в голову. А может сбросить тело в озеро? Да нет, это не годится. Если бросить тело в воду, оно может всплыть. Надо же, я об этом не подумал. Можно, правда, расчленить труп, прежде чем бросать в воду. Спороть ему брюхо. Точно. И сжечь останки в камине. Зубы вставные у него? Да какая разница? Имею в виду, вставные зубы очень плохо горят. Эх, ты какая незадача. Ну все, пока, пока, мой друг. Месье Брисбар! Месье Брисбар! Ну что, вам удалось наконец-то убедить вашу супругу продать участок? Это не так-то просто. А вы что, уже нашли покупателя? Да, мистер Грандера. Он богатый промышленник, между прочим. Правда, его жена немного закладывает, но они как раз подыскивают симпатичный участок вдали от шума, в сельской местности. Можно ли им будет как-нибудь вас навестить? Есть одна маленькая проблема. Моя жена пока не должна об этом знать. Но сегодня вечером я как раз не буду дома, у нее спектакль. Хорошо, приходите, когда она уйдет. Телефон звонит, извините, мадам. Да-да-да-да-да, конечно, конечно. Ах, еще один подкаблучник. Алло? Месье Брисбар. Слушаю. Вы, кажется, забыли обо мне. Ну что вы, я не забыл. Я думаю только о вас, день и ночь. Так вы приняли решение или нет? Боюсь, у нас ничего не выйдет. Поскольку прямо сейчас я не могу, прямо сейчас. Почему? Потому что это невозможно. Ну, я не могу сказать, почему невозможно. Даю вам еще один шанс, 48 часов. Что ж, вы очень добры. Я перезвоню. До свидания, месье. Отлично, сдавай назад. Сдавай легонько, легонько, аккуратно, стоп, стоп. Так, еще раз, проходим, аккуратно, немного-немного. Так, ой, стой. Эй, вы! Еще немного, езжай, езжай, стой. Что это вы сюда привезли? Что это, черт подери, такое? Эстрада по заказу мадам Брисбар. Эстрада? Какая эстрада? Сюрприз, сюрприз, дорогой. Объясни, что еще за эстрада по заказу мадам Брисбар. Да вот решила подготовить тебе сюрприз ко дню святого Антуана. Да что с тобой, тебе не понравилось? Мне бы на вашем месте очень понравилось. А ваше место на кухне. Превосходный подарок, мадам. Спасибо. Да он просто шикарный. Вас никто не спрашивает. Никогда не догадаешься, где я его отыскала. В Пьюи-дом. В Пьюи-дом. Да, Пьюи-дом. Слышали, Пьюи-дом? На кухню. Я просто не в состоянии оплатить такую покупку. Не забывай, дорогой, это еще и чудесная инвестиция. Стоимость нашего участка с ее помощью только возрастет, и кроме того, она украсит наше поместье. И сколько стоит эта чудесная инвестиция? Я купил ее по сходной цене за 250 тысяч франков. Сколько? Это потому, что она без фундамента. Сколько? Слушай, дорогой, я, пожалуй, пойду. Мне еще надо переодеться перед работой. С праздником, дорогой. Боже мой, ну почему из всех жен на земном шаре только моей хватило ума купить эту дурацкую эстраду? Месье Брисбар! Месье Брисбар! Месье Брисбар! Мы с мадам Брисбар уже все обговорили, я сделаю вам фундамент за 250 тысяч франков. 250 тысяч? Именно так, но ради вас я готов уступить, я возьму только 248 тысяч. Какая значительная скидка! Значительная. И еще, мы должны обговорить с вами условия оплаты. Я и четверо моих людей выкопим здесь яму окружностью в 3 метра и в метр глубиной, которая послужит нам превосходным основанием для фундамента. А завтра я залью яму цементом, после чего мы установим здесь эстраду. И я гарантирую вам, месье Брисбар, что этот фундамент будет стоять и через 200 лет. Да через 200 лет меня уже не будет, чтобы убедиться в правоте ваших слов. 200 лет, вы сказали? Это 200 лет. Месье Данилотти, то есть вы готовы поклясться, что выроете яму сегодня же вечером? Сегодня же вечером через 200 лет. Что через 200 лет? О, боже, что я говорю? Сегодня же вечером на 200 лет. Но сегодня же вечером яма будет готова. То есть я могу на вас положиться? Да вне всяких сомнений. Слово Танилотти. Даю вам честное слово Танилотти. В таком случае приступайте сию же минуту. Сию минуту. Сию минуту. Сию минуту. Сию же минуту. Сию минуту. Сию минуту. Эй! За работу. Начинаем копать. Алло, месье Джо? Да. Антуан Брисбар у телефона. Слушаю. Все улажено. Да. Раньше я не мог, а теперь могу. Сколько? У меня будет именно столько, сколько вам необходимо. В смысле, ровно столько, сколько вам необходимо. Когда? Ну, так же, как и в прошлый раз. 9 вечера у вас дома. 9 вечера. Я оставлю парадную дверь открытой. Итак, до вечера. До свидания, месье Джо. Сильви? Да? Сильви? Сильви, я все обговорил с месье Танилотти. Послезавтра все будет готово. Слушай, да? Если ты хочешь сэкономить, мы можем обойтись и без фундамента. Да о чем ты вообще говоришь? Нам необходим этот фундамент. Прочный фундамент, тяжелый фундамент. Иди-ка сюда, посмотри.
Смотри. Куда? Смотри. Видишь? Еще Тонилотти гарантирует, что цемент успеет затвердить уже к завтрашнему утру. Да. А в пятницу мы организуем гостям вечеринку в честь своего юбилейного 550-го спектакля. Это еще не все. Мы пригласим всех твоих коллег в театральных костюмах. Антуан, да ты у меня просто гений. Спасибо тебе, дорогой. Мне пора наряжаться. Антуан! Где ты? Уже иду! Не надо, я уже спускаюсь. Что ты делал в саду? Да вот пытался откопать ряд свежих мыслей для своей новой пьесы. Отвезешь меня в театр? А прости, но сегодня вечером никак. Нет. Обиделась? Что-то, любимый, вдохновению писателя мешать нельзя. Все, я пошла, иначе рискую опоздать в театр. Подожди, Сильви. Да. Подожди, Сильви, если вдруг кто-то или что-то попытается разрушить нашу любовь и наше счастье, или если вдруг произойдет нечто, что разлучит нас, да что может разлучить нас, дорогой? Пообещай мне, что мы умрем вместе, моя любимая Сильви, обещай. Конечно же, обещаю. Боже, да ты, я вижу, не шутишь, это твоя новая пьеса так взволновала тебя. Но видишь ли, детективный жанр он таков. Не волнуйся, у тебя все получится. Не сомневаюсь, что к моему возвращению у тебя уже будет первый труп. Так, вырыть яму? Есть. Опустить служанку? Есть. Приоткрыть дверь? Которую? Пункт четвертый. Приготовить пистолет. Так, пункт четвертый. Пистолет. Готов. Пункт пятый. Выключить свет. Так. Пункт шестой. Я ничего не вижу. Это надо пометить как пункт седьмой перед шестым. Что ты делаешь в темноте? А что я делаю в темноте? Ты не здоров? Нет, 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 я здоров. Здоров? Уверен? Я точно опоздаю, забыла косметичку. Сиди. Что? Я поцеловал тебя на прощание. Вообще-то да, но если хочешь, можем поцеловаться еще раз. Хочу. Ты больше ничего не забыла? Вроде нет. Ты больше уже не вернешься? Не должна. Прощай, моя птичка. До свидания, милый. Пистолет.
Я не смогу. Я не смогу, я все провалил. Лучше заплатить. Я не смогу. Заберите. Но нет. Очнитесь! Вы меня разыгрываете. Эй, вы, ну все, пошутили, и хватит, вставайте. Месье все еще работает. Вы что, разве не пошли в кино? Как раз иду. Игрушечный пистолет, пиф-паф. Здравствуйте, месье Кала. Смотрите, не доиграйтесь там. Случилось нечто ужасное. О, господи, месье Брисбар! Вы здесь совсем один? Что вы делаете в темноте? Работаю над пьесой? В таком-то снаряжении? Вы разве не слышали, как я звала вас? Это такой кошмар. Было очень темно, и миссис Грандер провалилась в вашу яму. Что она забыла в моей яме? Эта яма нужна мне для работы. Я не знаю, но ей надо помочь. Пойдемте скорее поможем ей. Черт подери. Как она там оказалась? Что? Не понимаю. Дайте мне руку. Идемте сюда. Ее надо вытащить. Что случилось? Реджинальд Грандер, здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, месье Брисбар. Здравствуйте. Это моя супруга. Please help me. Она ударилась. Алло. Не упадите снова. Дайте мне коньяку, я сразу же полегчаю. Да-да-да. Коньяку. Да-да. Сейчас посадим тебя на кушеточку, моя дорогая, тебе сразу станет легче. Погоди-ка, я сейчас сниму свою шляпу. О, вот так. О, моя дорогая, расслабься. Вот, уже лучше, расслабься. Мы дома, все хорошо. Давай расстегнем тебе пуговку, тебе сразу полегчает. Моя красавица. О, мистер Грандер, ваша шляпа, месье Брисбар. Да? Как насчет экскурсии по дому? Нет, экскурсии не будет. Месье Брисбар, все отменяется. Что значит отменяется? Все, ну послушайте, месье Брисбар. Идите домой. Быстро. Идите домой. Месье Брисбар, в какое положение вы меня ставите? Как я теперь выгляжу? Не вынуждайте меня говорить вам правду. Вы поняли, что он сказал? Не совсем. Слава богу. Лучше вам и не знать. До встречи, мадам. До свидания, месье Брисбар. Мой головной убор. Коньячку бы мне. Вы забыли миссис Грандер! Вы оставили меня свою миссис Грандер! Вы забыли миссис Грандер! О, дорогая! Скорее! Она здесь! Смотрите! Мой коньяк!
Это мой коньяк. О, моя жена опять за свое. Пойдем домой. Пойдем спать. Пойдем спать. It is not your hat. It is my hat. It is... Но это не есть ваша шляпа. Excuse me. I have your hat. It is your hat. Теперь хорошо? Splendid. Good, good. Splendid. Goodbye, goodbye. Goodbye. А, это вы. Надеюсь, я вам не помешал? Свет, погасите свет. Да, но послушайте, я же так ничего не увижу. Ничего, привыкните. Где вы там? Здесь, под фонариком. А? Да под моим фонариком. А, вот вы где. Да, под фонариком. А что это у вас за костюм? Да вот собирался взглянуть на фундамент. Какое совпадение, я тоже. И знаете, я обнаружил кое-какую брешь в своей работе. Какую? Представляете, какой-то идиот додумался вырыть яму. Прямо в моей яме. Яму? Яму. Где? Внутри моей ямы. Что за бред? Весьма большую, скажу вам. Глубокую, протяженную. Такую, скажу вам, что в ней бы и мертвец уместился. Боже, как страшно жить. Да. И кто же это сделал? Хотел бы я знать. Да может, кто-то из ваших рабочих просто пошутил. Пошутил? Да я потратил целых 15 минут, чтобы ее засыпать. Вы ее засыпали? Да, я ее засыпал. Да зачем же вы ее засыпали? Потому что засыпал. Какую яму вы засыпали? Ту, которую он выкопал. Где? Внутри моей ямы. Да как у вас рука поднялась ее засыпать? Поднялась. Более того, злоумышленник оставил рядом лопату, она же могла заржаветь. Я заберу ее. Оставьте мне. Нет, нет, оставьте лопату. На сегодня работа закончена. Дайте лопату, прошу меня простить, месье Брисбар. Спокойной ночи, месье Брисбар. За нашу беседку. За что? За нашу эстраду. Она так прекрасна. И за нашу любовь. Да, дорогой. Ваш муж просто светится от счастья. Это из-за нашей эстрады. Я так долго искала ему подарок, и вот, наконец, нашла. Самый неожиданный подарок куда оригинальнее, чем какой-нибудь галстук. Эта их эстрада действительно великолепна. Согласись, у хозяев очень хороший вкус. Скажи, это ты убрал занавеску в ванной? Не понял.
На занавеску в ванной. Это ты ее снял? Кто я? Да ну, ты что? Тогда где же она? А, да. Что ты с ней сделал? Да, Сильвия, я вспомнил. Я ее подарил. Подарил? Кому? Да просто подарил и все. Одному бродяге. Бродяге? Да, он пришел, и ему нужны были теплые вещи. Теплые вещи? И ты отдал ему занавеску? Ну да, я отдал ему занавеску. А что? Ну, я сказал... И что? Я сказал себе... Что ты сказал себе? Ну, я сказал... Так что ты сказал? Я думал дать ему что-нибудь более подходящее. Собирался уже снять себе пиджак, но смотрю, он уже поплел дальше и... Короче, давай сменим тему. Ну, ты у меня и выдумщик. За нашу эстраду. Где моя супруга? В каком смысле? Мадам! Мадам! Да, мадам, прибыли испанские музыканты. Мил, это просто изумительный ансамбль, сейчас ты увидишь. А, вот еще. Осторожнее, черт вас дери. В чем дело? Месье спрашивает месье. Чего? Месье спрашивает какой-то месье. Нет, вон там. Месье? Инспектор Дюкро, уголовный розыск. Матильда, будьте добры, шампанское для месье. Благодарю, при исполнении не употребляю. Оригинальное сооружение, это эстрада. Это из Пью-дом. Это из Пью-дом, и это наша беседка, эстрада. Ага. Вы изволили поговорить со мной? Да, да. Вам знаком месье Джо? Месье? Джо. Простите, дайте подумать. Да. Нет, месье Джо. Знакомое имя? Пытаюсь вспомнить. Вспоминайте. А вот и шампанское, месье инспектор. Благодарю, это ваша горничная. Да. Матильда, познакомьтесь, инспектор Дюкро, уголовный розыск. Мысль о полицейском кажется вам смешной? Я просто вспомнила вчерашний вечер. Вчерашний вечер? Что произошло вчера вечером? Ничего не произошло, ничего. Она просто ходила в кино, вот и все. Что там было? Джеймс Бонд. Знаете, он напугал меня не так сильно, как мсье вчера со своим пистолетом. Ну, хватит, Матильда, хватит. Все, возвращайтесь на кухню. Скажите, вы кого-то убили? Да. Да? Вообще-то нет, лишь понарошку. Я сейчас пишу детективную пьесу и нередко приглашаю в гости своего друга. Он изображает негодяя, в него стреляю и таким образом прорабатываю сюжет вот так. Месье Брисбар, вы оказались правы. Это ваша лопата. Заберите лопату. Она ваша. Какая еще лопата? Нет у меня никакой лопаты. Зачем мне лопата? А я еще хотел поговорить с вами по поводу ямы. Какой ямы? Да нет, здесь никакой ямы. Забудьте про яму, между прочим, здесь инспектор Дюкро, уголовный розыск. А, инспектор, очень хорошо. Ну-ка, пропустите меня. Месье инспектор, как раз хотел у вас спросить. Ума не провожу. Кто мог вырыть эту яму? Так яма была, вы говорите нет. Да нет же никакой ямы. Яма у него в голове. Яма и дырявая память. Где вы тут видите яму? Смотрите, смотрите, люди танцуют, прыгают. Взгляните, какая красота. А, ну давайте же выпьем за эту прекрасную эстраду и за то, что находится под ней. А что находится под ней? Нет, погодите, что под ней? Там ничего нет, ничего нет. Есть, есть. Французская земля. Точно, выпьем за Францию. Да здравствует Франция. Да здравствует Франция. Да здравствует Франция. Да здравствует Франция. Да здравствует эстрада. Да здравствует эстрада. Да здравствует Пью-дом. Да здравствует Пью-дом. Да здравствует моя лопата. Очень интересно. Так, минуточку, позвольте. Позвольте мне. О чем вы хотели меня спросить? Извините, совсем древняя память. Спасибо за приглашение. Мы уже уходим. Позвольте подарить вам эту прекрасную лопату. До свидания, мадам. До встречи, инспектор. Приятно было познакомиться. Концерт окончен. Концерт окончен. Концерт окончен. Что такое? Исполни какой-нибудь монолог. Чего? Монолог. Ты с ума зашел?
Помогите же ей выбраться, эй вы! Ну и как это получается, месье Танилотти? Кто обещал мне, что она простоит 200 лет? Это только пробный вариант. Я торопился, чтобы успеть к вашему празднеству. Немедленно все почините! Завтра утром все будет сделано. Почините. Завтра утром все будет сделано. Месье инспектор? Месье Брисбар. Итак, мы обсуждали месье Джо. Месье кого? Месье Джо! А, да, конечно, месье Джо. Могу я присесть? А, конечно, садитесь. Присаживайтесь, месье инспектор. Конечно. Что такое? Ну, хотите, сядьте на мое место. Теперь довольны? Доволен. Ну, отлично. Дело приняло очень любопытный оборот. Какой месье инспектор? Мы выяснили, что месье Джо шантажист. Нет. Да. Мы обнаружили у него дома список всех тех, кого он шантажировал. Нет. Да. А здесь я потому, что ваше имя оказалось в его списке. Мое? Ваше. Нет. Да. И я подумал, может быть, вы и контактировали с ним в последнее время. Папа жмурик. Послушай, Антуан. По поводу трупа. Здравствуйте, месье. Замолчи. По поводу трупа. Пусть говорит. Послушай, мне пришла в голову отличная идея, как избавиться от трупа. У нас есть труп. Нет никакого трупа, трупа нет. Нет никакого трупа, трупа нет. Шампанского сколько угодно, а трупа нет. Но послушай. Шампанское, шампанское. Послушай, послушай, я думал, тебе понравится моя идея. Ну ладно, не хочешь, не надо. Кто это? Мэтр Кала, мой адвокат. А в театре он полный профан. Ваш адвокат. Ну, если не желаете, чтобы вам понадобились его услуги, объясните мне, как ваше имя оказалось в списке месье Джо. Не бойтесь, это формальный вопрос. Пока еще. Обещайте ничего не говорить моей жене. Обещаю. Ничего не понял. Я думал внушить вам мыслями, что моя жена является дочерью Грануда. Не может быть. Грануда? Грануда, знаменитого бандита? Не может быть, который в 46-м? Нет, в 45-м. 46-м. 45-м. 46-м. 45-м. 46-м. Это же моя работа. Но если выяснится, что это... Я не понимаю, ничего не понимаю. Но если выяснится, что ваша жена – дочь Грануда, и общественность об этом узнает, это же конец ее карьеры и ваша карьера. Да ладно, он убил одного человека, который чик-чик-чик, он убил пятерых человек. Да, четверых. Нет, пятерых. Нет, четверых. Пятерых. Пятый был стрелочником. А, вы правы. И вот уже в течение нескольких лет, поверьте мне, страшных лет, ужасных лет, этот негодяй угрожал моей бедной Сильви, что обязательно раскроет ее происхождение. Вот так. Да, ничего не скажешь. Месье инспектор, а все эти имена, как вы сказали, которые упоминали в списке месье Джо, да. Они ведь не будут опубликованы? Нет. Хорошо. Они останутся в тайне. Тем лучше. Все, кроме одного. Кого? Имени убийцы. Убийцы кого? А я вам не сказал. Месье Джо был убит вчера вечером. Не может быть! Но если я говорю убит, значит у меня есть доказательства. Доказательства? Какие доказательства? Нет у вас никаких доказательств. А какие еще нужны доказательства? Мы нашли его с пулей в голове. Где? На ковре с раскинутыми руками. Как, здесь у меня? Да нет, у него дома. У него дома? Да, у него дома. До свидания, месье Брисбар. Да расслабьтесь вы. Мне знакома психология убийцы. Вы человек совершенно иного типа. Ну и дела. Кого же я закопал под эстрадой?
ты запропастился? Гости уже расходятся. Кстати, ты не видел Эдуара? Эдуара? Да, странно. Он вроде обещал сегодня быть среди гостей. Ему надо меньше работать и больше спать. Эдуар. Эдуар, мой лучший друг. Я закопал под эстрадой своего лучшего друга. Никогда себе не прощу. Алло. Кто у телефона? Эдуард, это ты? Ты уверен? Уверен, что это именно твой голос сейчас у меня в трубке? О, знал бы ты, как сладко и приятно мне слышать твой голос в данную минуту. Да, Адриан сообщил, что ты собирался прийти к нам сегодня вечером. Не получилось, ну ладно. Ты попал в аварию. О, как кстати. Машина в дребезге. Ой, молодец, как приятно слышать. Его нет? Нет, его ушел утром. А, ну ладно, все хорошо, спасибо. Ничего, ничего. Садись, садись, милая. В чем дело? Что случилось? Бедняжка потеряла мужа. Что вы говорите, вы потеряли мужа? Когда вы его в последний раз видели? Во вторник вечером. Во вторник вечером? Так нужно его отыскать. Я уже нашла. Он завел роман на стороне. Когда? Вчера вечером. Когда? Вчера вечером. А, тогда все отлично. Фу, как вы меня напугали. Все прекрасно. Нет, ну ты слышала. Подбирай слова. Слушай, Биджар, Биджар. Какой Биджар? Куда делся Биджар? Да он же 2 года как умер. Это меня устраивает. Нет, это невозможно. Что за странное чувство юмора у твоего мужа? Уйду я от вас. Алло, тетушка. Это Туатуан. Как здоровье дядюшки? Это Туатуан. Как всегда, проблемы со слухом. Все такая же глухая, говорю. Что у него говоришь? Температура под 40? Ему повезло. Да, спасибо, я подожду. Я пошла, не отвлекайся, спасибо за все. Передай привет Антуану. Хорошо. Каролина, как удачно, что я вас встретил. Скажите, пожалуйста, у вас в семье все дома. А вы разве не в курсе? Что такое? Дядюшка Теофиль. Что дядюшка Теофиль? Да уж 3 месяца как умер. А, так это ерунда. Как вы можете, Антуан? Послушайте, послушайте, человеку было уже 93 года. На что же вы надеялись? До свидания, Каролина. Антуан, вы уверены, что с вами все в порядке? Да, со мной все в порядке. Я в порядке, вы в порядке, а теперь идите домой. Да нет же, его у нас не было. Я сама удивилась. Да говорю же вам, он не приходил. Кто это? Жена водопроводчика. Говорит, ушел вчера вечером на работу и до сих пор не вернулся. Интересуется, был ли он у нас. Антуан, ты здоров? Что с тобой, милый мой? Пойди лучше помоги Каролине. Да зачем? Она в порядке. Нет, я слышала, она там грохнулась. Сегодня ляжешь 9 вечера, я дам тебе снотворное. Какой кошмар, какое несчастье. Скромный водопроводчик трудился сверхурочно, только чтобы прокормить свою семью. Алло, мадам, я? Это месье Брисбар. Скажите, у того водопроводчика что, у нас работал? Да, у него есть дети. 6? Катастрофа. Как вы сказали, нашелся? Попал в пробку? И стоит возле вас. Мадам Буи, поцелуйте его от меня. Поцелуйте его 3. Да-да, и всех его 6 детишек. О, моя славная мадам Буи. Не, я здоров, что вы? У меня все отлично. До свидания, мадам Буи. Но все же, кто же похоронен под моей эстрадой? Это я! Месье Брисбар, у меня для вас сенсационные новости. Это странная постройка, что стоит теперь у вас в саду. Да. Грандеров она так воодушевила. Грандеров? Грандеров этих. Они готовы накинуть еще 20 миллионов сверху. И сколько всего получается? 80 миллионов франков. Продано. Как же мадам Брисбар? Мадам Брисбар. Сильви, есть разговор. Сейчас вы увидите, кто у нас в доме хозяин. Сильви, сюда! Я только что продал наш дом за 80 миллионов франков, это не обсуждается, точка. О, дорогой, да это же фантастика! Повторим? Да, мой дорогой. И ты не возражаешь? Почему я должна возражать? Я счастлива. Мистер Грандер даже выписал на ваше имя чек на 20 миллионов франков. Двадцать миллионов.
Пойду принесу шампанского. 20 миллионов сверху. А все благодаря эстраде. Признаюсь вам по секрету, эта эстрада мне совсем не нравится. Более того, она безобразна. Откровение за откровение, Грандерам она тоже не нравится. Они накинули 20 миллионов специально, чтобы вы ее снесли. Теперь послушайте. Нужно, чтобы ваш муж обязательно подписал вот этот документ на передачу прав владения недвижимостью. Конечно, конечно. Знаете, жить в сельской глуши так скучно, без соседей. Ангел мой, мадам Крамузель не осмелилась сказать тебе всю правду. Постойте, может, и не следует? Да какая разница, дом-то уже продан. Ну ладно. Надеюсь, что-то приятное? Грандера планирует снести нашу беседку, взорвав ее динамитом. А на ее месте они установят большой бассейн. Да. Давай пей. Не буду. Пей, тебе надо поспать. Не буду, мне нужно все обдумать. Как хочешь. Слушай, ну почему тебя так заботит, что Грандер хотят избавиться от беседки? Потому что меня вообще много чего заботит. Вот так. Что продаешь, что не продаешь. Так будешь пить или нет? Не буду. Отлично. Спокойной ночи. Спокойной ночи, птенчик. Спокойной ночи, птенчик. Спокойной ночи, птенчик. Бог помощь? Где он? Кто? Рири? Не знаю никакого Рири. Это служанка. Куда ты спрятал его труп? Кого еще труп? Если нам и не терпится отыскать нашего друга Рири, то лишь потому, что вместе с ним пропал чемоданчик с 42 миллионами, лишиться которого будет очень досадно. Ума не приложу, к чему вы идете. Прошлым вечером мы шли по следу своего дорогого приятеля. Понимаете, к чему я веду? Мы всю ночь ждали, когда он выйдет из вашего дома. Вследствие чего пришли к выводу, что покинуть ваш дом ему так и не было суждено. Ладно, приступай, большой Луи. Ну так что ты сделал, Сарири?
Туда! Крепко вцепился. Тащи, тащи. Из него и при жизни деньжат было не вытянуть. Все купюры на месте. Простите, что обошлись с вами так неучтиво, месье Брисбар. И спасибо вам за Лили, за то, что отдали мы все почести вместо нас. Ну разве вы его не заберете? А нам он на кой? А мне-то что с ним делать? Негодяи, негодяи! Это вам подарочек от нас. Избави же меня, Господи, избави меня! Статуя! Боже, спасибо тебе! Статуя! Антуан, да? Ты что, всю ночь тут проспал? А что, нельзя? Да нет, просто... Это еще что? Что, скульптура? Нет, я поняла, но... Ночью вдохновение посетило. Здравствуйте, будьте добры, свяжите меня с доктором Пуссеном. Ты заболела? Не я, а ты. Да ты с ума сошла! Я в полном порядке. Повесь трубку немедленно. Я в порядке, понятно? Я в полном порядке. Антуан, меня беспокоит твое поведение, дорогой. Сильви, есть кое-что, в чем я пока никому не признавался. В чем? Всю свою жизнь я мечтал лепить скульптуры. Вот так. Что ты говоришь? Ну разве она не прекрасна? Кто? Моя скульптура, естественно. Да-да, она прекрасна. Серьезно? Да. О, моя маленькая Сильви, какое счастье слышать это от тебя. И я бы очень хотел, чтобы отныне навсегда эта скульптура была с нами. Мы поставим ее в спальне своего нового дома. Что ты собираешься делать? Да что у тебя за мания показывать меня врачу? Антуан. Да что я, в конце концов, не имею права лепить скульптуры? Конечно, имеешь. Да меня их что, никто не лепил? Конечно, лепил. Их лепят все, кому не лень? Конечно, все. И что, теперь нужно обязательно показывать врачу каждого, кто лепит скульптуры? Конечно, нет, дорогой. Лично мне моя скульптура очень нравится. Вот так. Ну, теперь совсем другое дело. Микеланджело можно было лепить, и Родену тоже. Да, но в отличие от тебя, они не раздавали бродягам занавески для душа. Знаешь, похоже, я разобрался с твоей пьесой. Это не может быть простым совпадением. Признайся, что твоя история о шантаже — это история месье Джо, и ты знал об этом? Да уж знал. Откуда, из газет? Не читал я ничего. Что это еще за... Ну, это портрет моей бабушки по материнской линии, вот что. Бабушки? И ты собираешься оставить ее посреди гостиной? Да, я оставлю ее посреди гостиной, потому что она мне нравится. Хорошо. Это моя бабушка, и все. Хорошо. В конце концов, имею на это право или нет? Да, конечно. Пойду оденусь. Прости, что я говорил с тобой в таком тоне. Да не переживай, все в порядке. Ты мне лучше вот что скажи. Что ты думаешь обо всем этом деле с месье Джо? Да обычное дело, ничего особенного. Таких каждый день в газетах пишут, чтобы люди судачили. Вот и все. Ну, будь это обычным делом, его не отдали бы на расследование инспектору Дюкро. Инспектор Дюкро тоже мне фигура. Фигура дура. Кто, Дюкро? От него пока никто не ушел. Да Дюкро, это просто туша. Мясо здесь, а тут... Ничего. О ком ты говоришь, о Дюкро? Его послужной список очень впечатляет. Ну, я-то его знаю получше, чем ты. Мы вместе учились в одной школе. Да мы с инспектором Дюкро вообще были корешами. Привет, Антуан, как делишки? Месье инспектор, вы так внезапно... В чем дело, мы уже больше не на «ты». На «ты»? И что? Как поживаете? Как поживаешь-ке? Как поживаешь? Ну, это совсем другое дело. Мы знакомы с самого детства. Месье? Месье. Месье, как его? Кола. Мэтр Кола. Адвокат. Известный адвокат. Уже нашел себе адвоката? Рад познакомиться. Я тоже. Инспектор Дюкро, в курсе, что мой кореш Антуан пишет детективную пьесу? Проказник Антуан. Помнишь, как мы в детстве шалили? Я знаю, кто убил месье Джо. А я тоже. Что значит тоже? Ну ты помнишь? Нет, я в том смысле, что ты же помнишь, когда мы еще в детстве, и там в детстве, ну, все такое, это. Как насчет выпить? Чего-нибудь выпить? Что? А? Чего выпить? Ну, мне не подходит, я больше не знаю, там одна Мария.
Это еще что? Сказал бабушка его. Это моя бабушка. Когда ей было лет 15 или 16. Только инженер, говорите, чего? Ничего не понял. Мадам Брисбар, мое почтение, мадам. Месье инспектор Дюкро, уголовный розыск. Уголовный? В чем дело? Не беспокойтесь, мадам, ничего серьезного. Я просто проходил мимо и подумал, почему бы не зайти и не поздороваться с другом детства Антуаном. Извините нас. Простите. Мне все больше не по себе. Но почему? Из-за Антуана. Ты ничего не заметил? Нет, ну разве что он немного нервничает. Немного. А то ты его не знаешь. Он всегда такой был. Сплошной комок нервов. О, боже, что это? Посмотри на эстраду. Ночью была буря. Кто там? Она упала. О, мсье Танелотти, что случилось? Я обещал, что она простоит 200 лет. Она не выдержала и 2 дней. Я дал слово Танелотти, теперь я опозорен. Ну, будет вам. Успокойтесь. Опозорен? Успокойтесь. Пойдемте. Идемте, мы нальем вам немного вина. Вам сразу полегчает. Всего 2 дня. Пойдемте, пойдемте. Ну вот мы на месте. Присаживайтесь. Ну все, все. Советую вам взяться за ум, месье Брисбар. Присядьте. Зачем же что-то скрывать? От друга детства? Мэтр Кала похвастался личным знакомством с одним известным человеком. Ну, а я в ответ сказал, что знаком с человеком намного более известным. Со мной? Да. Спасибо. Вы так знамениты. Весь мир только о вас и говорит. Вы такой статный инспектор. Такой умный, такой элегантный. Очень приятно. Конечно, людям с богатым воображением свойственно приукрашивать реальность. Так. Сидите. Раз уж вам понравились всякие байки, посмотрим, как вы отнесетесь к такой. Жил да был один уважаемый мсье, который по неосторожности попал в лапы одного негодяя. Назовем его Джо. Так будет проще. Как? Джо. Рири? Как? Рири. Еще один негодяй был соучастником Джо. И часто вымогал с людей деньги. В копилку своего дружка. Ха. Вот это да. Убив Джо, Рири забирает всю выручку, а увидев в его блокноте запись о назначенной встрече, является к нашему уважаемому месье, чтобы забрать у него обещанные деньги и исчезнуть. Поскольку он был вооружен, наш герой пугается, стреляет и убивает его. Вот так случайно Рири был убит вместо Джо. А нашему уважаемому мсье ничего другого не остается, кроме как спрятать труп, недоумевая, кого же он на самом деле шлепнул. Браво! О, браво, инспектор! Ты обязан поблагодарить инспектора за отличный сюжет для своей новой пьесы! Перестань! Да что ты, это же тот самый сюжет, который ты так долго искал! И эта роль просто идеально подходит для меня. Сейчас увидите. Сильви, нет! Да! Джо приходит во мраке ночи. Я стреляю, он падает. А на утро я узнаю, что убила невиновного. Но кого же я убила, Господи помилуй, кого же я убила? Начинаю обзванивать всех своих друзей и близких, совсем как ты накануне. Алло, Труд, алло, Маша, алло, Шос. А ведь надо еще и труп куда-то спрятать. И? Да что с ним? Я стану папой! Поздравляю, принесите ей воды. Шеф, что прикажете делать? Обыщите сад, особенно в районе эстрады. Или труп где-то спрятан, или я идиот. Да, патрон. Что? Я тоже так думаю. Что мы на верном пути. Хорошо. Пей. Давай.
Ну и когда же? Спасибо. Что когда? Когда ребенок? Откуда я знаю? Через 6 месяцев, 8 или 12. Куда торопиться? Пей. Я сейчас приду. Извините. А, мистер Брисбар. Мистер Брисбар, Грандар уже здесь. Так вы продаете дом или нет? Да пусть покупает. Быстрее, быстрее, быстрее. Что с вами? Что это такое? Это моя бабушка по материнской линии, вот что. И чья же это работа? Моя! Туатуан, ну почему ты все скрыл от меня? Слушай, я тебе во всем признаюсь. Слушаю. Ничего нет, патрон? Ну тогда выходит, я идиот. Все ясно. Вот так. Мой дорогой, ты пошел на это из-за любви ко мне? Отныне мы будем действовать сообща. Ты увидишь, я не дрогну. Я не помешал? Мне нужно поговорить с вашим мужем. Позволите? Проходите, проходите. Прошу обратить ваше внимание, насколько этот дом очарователен. Это столовая, которая сообщается с гостиной. Вы видите, насколько здесь уютно? Ну и жарище. А по-моему, все-таки весьма свежо. А это вот бабушка мсье Брисбара. Познакомьтесь с его очаровательной супругой. Рад познакомиться, мистер Грандер. Дорогая, я здесь! Я здесь! Так душно, что решила скинуть блузку. Ну хватит, игры закончились. Вы помогли своему мужу спрятать труп, признайтесь. Какой труп? Слушайте, вы двое, ну хватит уже! Вы что, растворили его в серной кислоте? А что, и так можно? Ладно, сменим пластинку. Плюмрель! Шеф, найди мне Андрео! Андрео! Вызывали, шеф? Плюмрель сюда! Плюмрель! Андрео! Плюмрель! Андрео! Мы здесь, шеф! Отлично. Водопроводчик, мадам. Хорошо, проводи его в нашу ванную. Следуйте за мной. Как видите, здесь очень уютно, тихо и просторно. А сейчас позвольте мне показать вам кухню. Сильви! Сильви! О, моя дорогая, твой муж до сих пор не вернулся к тебе? Нет! Сейчас им немножко не до нас, пойдем. Да это дурдом какой-то! Мадам Брисбар, вы же уберете остатки беседки, не так ли, мадам Брисбар? Да. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, сюда, здесь посмотрите. Мы найдем труп. Мы обыщем весь дом от чердака до подвала. Мы найдем труп. А не найдем, я лично принесу вам свои извинения. Идет? Не стоит. Начинаем терять самообладание. Есть кто дома? Посылка. Есть кто дома? Месье? Посылка для мадам Брисбар. Туатуан, не время распускать нюни. Подожди меня здесь. Нет. Жди меня здесь. Нет. Будь добр, подожди меня здесь. Нет, я не хочу, я не хочу. Давай, помоги мне. Что? Помоги мне! Помоги, кому говорю. Туатуан, вылезай. Туатуан, миленький, одной мне не справиться, понимаешь? Давай, давай. Помогай. Все это нужно убрать. Давай, раз, два, три. Тяни на себя. На себя тяни. Он тяжелый. Нет, наоборот. Наоборот. Не могу, устал. Разворачивай. Устал. Разворачивай.
Тот вон, тот вон, ты ошибся, миленький. Да. Не помещается. Нет. Засовывай ноги. Засовывай ноги! Да не свои! Какой тяжелый. Я пальчики уже, пальчики. Черт, голова. Снимай рубашку. Не хочу, не буду. Снимай рубашку, кому говоришь. Не буду. Снимай. Да сколько же у тебя тут пуговиц? Нет. Не время ныть. Я не ною. Мы только что смотрели комнату. Скорее за мной. Туда. Туда? 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 В зал! Там зал? В зал! В зал? Видишь, в зал! Посмотрим зал. Антуан! Антуан, иди сюда! Делаем так. Слушай. Вот так. Понял? Тяни! Тяни! Толкай! Теперь в спальню. Без пилы никак. Принеси пилу. Быстро! Стойте! Прачечная закрыта? Ну что я могу сделать? Что, ключи дайте? Ключи. На кухне. А что с вашей бабушкой? Померла. Антуан! Скорее. Нет. Нужно одеться. Нет. Нужно одеться. Не могу. Скорее, одевайся. Одевайся. Что это? Ну. Антуан, не распускай нюни. Уберите от нее руки. О, Сесиль, пожалуйста, вернись ко мне. А, вот он. Андрио. Ну? Нет. Вот это, что это? Что это? Звонят. Пойди, открой дверь. Открой дверь. Месье? Добрый день, месье. Что такое? Прекрасный день, правда? Куда вы? Позвольте. Куда вы придете? Я знаю, каково это ворваться к людям без приглашения, но можете не опасаться. Я часто прихожу в дома к людям для того, чтобы продемонстрировать им новейшие разработки. И прежде я был госслужащим, а теперь занимаюсь рекламой товаров на дому. В этом деле я преуспел. Можете не сомневаться, вы не сможете устоять и купите этот товар. Да! Я вас не отвлекаю. Вы отвлекайте. Я отниму лишь несколько секунд вашего драгоценного времени. Вы глазам не поверите. Вот так. Сейчас я подожгу это пятно и потушу его на ваших глазах нашим огнетушителем. Иду! Не волнуйтесь, все идет по плану. В чем дело? Открой часы! Часы! Да! Скорее! Да! Не открывается! Быстрее! Умоляю, быстрее! Дерни хорошенько! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пожар! 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 В чем дело? Что случилось? Что вы здесь делаете? Воды! Воды! Кто-нибудь, принесите воды! Скорее, принесите воды! 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 Воды!
успех ждет новую пьесу, мессия. Избавьте меня от этого клоуна. Убирайтесь! Инспектор, инспектор, идите за мной, инспектор. Сбегаю за отверткой. Давайте я вам помогу. Please, please, all right? Большое спасибо. Это за что? Брисбар! Минуточку. One минуточку. Брисбар! Брисбар! Где вы, черт возьми? Где ваш муж? Может, куда-то вышел? А как это у него получается? Фея поцеловала его в темечко в детстве. Да, а может, дьявол? Вот что, дорогая, хватит морочить мне голову. Я все вижу! Люмрель! Андрео! Люмрель! Андрео! Кажется, вас ищет ваша супруга. Да. Отвертку нашел. Слава богу! Не желаете смотреть еще и винный погреб? Такое ощущение, что это он и есть. Вы не видели шефа? Инспектор Дюкро срочно нужен. А он в прачечной. Да, в прачечной. Спасибо. Я ее, пожалуй, провожу. До встречи. Спасибо, у вас очень весело. Все, мы уходим. Все, идите. 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 Моя супруга. Сесиль, вернись. Поспешим. Вернемся сюда чуть позже. Готов поспорить, что это труп не Рири. Поехали! И когда окажемся в открытом море, выбросим в иллюминатор. Вот увидишь. Это будет незабываемый круиз для двоих влюбленных сердец. Каюсь, не желал я этого, не желал. Антуан, надеюсь, ты сожалеешь не о нашем романтическом путешествии. Что ты как-то могла подумать? Просто ума не приложу, как мы впихнем это в багажник. Ну ты пока подумай, а я тем временем позвоню в турагентство. Куда? Да я и не знаю куда. Ну на Таити. На Таити ничего нет в ближайшие 3 недели. Да он столько не выдержит. На завтра или послезавтра, крайний срок. До Сингапура послезавтра? Отлично. Скажите, а какого размера окна в каютах? 40 сантиметров подойдет? В высоту или в ширину? В высоту, наверное. 50 сантиметров минимум. Минимум. Поняла, 50. Пожалуйста, очень нужны окна. От 50 сантиметров у вас же есть, я знаю. Где ваш муж? Присаживайтесь, пожалуйста. Пойду поищу его. Найдите его. Ну что вам еще нужно от нас? И кроме того, у вас есть ордер на обыск? Теперь есть! Путешествовать намылились. Чемоданчики собираем. Да. Что внутри? Да ничего. К тому же ключ потерялся. Муж пошел его искать. Ясно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Он здесь, шеф! Что вы делаете в сундуке? Пишу пьесу. Так, а с ней что? Ну, наверное, ребенок.
Нельзя ей волноваться, инспектор, понимаете? И поэтому вы залезли в сундук? Да. Слушайте, вы двое, хватит ломать комедию. Мы обнаружили большого Луи в 10 километрах отсюда с прострельной головой. Но этот месье нам не знаком? Это означает, что Рири свел счеты с ним до того, как явится к вам. И что, будете утверждать, что никогда не видели Рири? Боже милостивый, жальтесь над несчастным инспектором, отец мой. То есть, жальтесь над несчастным отцом, инспектор мой. Так мы ничего не добьемся. Плюрель, осмотрите все этажи. Андрео, обыщите машину, вдруг что найдете, а я начну с подвала. Вы сегодня разжигали камин? Да ну вы что, а вдруг вставные зубы? Не понял. Вы прямо как у себя дома здесь? Да, представьте себе! Терпи, любовь моя, терпи. Его нужно вынести отсюда во что бы то ни стало. Я не могу больше. Нет, не сейчас, потом будешь терять сознание, потом. Не могу. Слушай, давай. Давай, моя хорошая, давай. Нужно вынести его. Давай. А что вы на меня так смотрите? Никогда не кладите горчицу на салями. Это преступление. Ключ! Сбегаю, поищу. Ну что, голубчик, как тебе теперь удобно? В часах поди хуже было. Довольно глупостей. Бедняга Рири не подозревал, что свои же дружки его прикончат. Вылезайте. Он не может. Вылезайте, призвар, кому говорю? Шеф звонит из жандармерии, просит вас. Фургончик Танилотти стоит за садовой оградой. Взяли. Скорей. Да. Понял, ждите, сейчас приеду. Какие новости? В 30 километрах отсюда нашли Дюка, его машина врезалась в дерево. Внутри оказался портфель Рири с 42 миллионами франков. Шеф, я думаю, а вы не думайте, мне не мешайте. Брисбар, подойдите сюда. Приношу вам свои извинения. Оказывается, классическое сведение счетов между преступниками. Они поджидали Рири здесь у вас, а после самый хитрый сбежал с добычей. А что до трупа Рири, придется еще раз как следует обыскать район вокруг места аварии, как-никак профессионал работал. Такой только профессионалу под силу. Да уж. Извините еще раз за беспокойство. Если вдруг понадобятся мои услуги, меня легко найти по телефону. Звоните 17. Почему 14? 14 это почта. А пожарная? Пожарная 18. А справочная, к вашему сведению, 12. До свидания. Ну вот, а ты уже почти отчаялся. А как же Танилотти? Сундук! Мой сундук! Месье Танилотти, где мой сундук? Мой сундук! Отдай! Антуан! Сундук! Да, сундук! Остановись! Где мой сундук? Антуан! Мой сундук! Антуан! Где мой сундук? Оставь его, слышишь? Антуан! Мой сундук! Где мой? Мой сундук! Где мой сундук? Мой сундук! Подлецы, что творят? Оставь мне, я сама разберусь. Ну что, в самом деле, не желаете по рюмочке? Нет, спасибо, мадам, при исполнении, увы. Какая жалость. Да уж. Месье Брисбар? Да. Мадам Брисбар? Да. Этот сундук, он ведь ваш? Нет. Да нет же. Ваш, пойдемте, убедитесь сами. Не может быть. Нет, вот здесь.
Поглядите, должен быть ваш. Тут написано ваше имя. Вот здесь. А, ну тогда да. Он валялся, лежал прямо на проезжей части, и мы изъявили желание вам его вернуть. Вот и доверяй теперь транспортной службе. И не говорите, мадам. Что ж, рад был вам услужить, дорогая мадам. Мое почтение. Вообще-то я ваш большой поклонник. Большой ценитель вашего таланта. Но, к сожалению, так редко бываю в театре. Билеты такие дорогие. Отныне для вас будет зарезервировано отдельное место на все мои спектакли. Мадам, мадам. Ну так что, шеф, уходим. Хорошо, шеф. Наконец-то я могу пойти на репетицию. Но с ним-то, который внутри, с ним-то как быть? У тебя еще есть время подумать. С твоим-то воображением.